Управленец по образованию, художник в душе, Марина Малова с самого детства обожала рисовать. Идея создать клуб для начинающих художников, где все желающие могут учиться живописи совершенно бесплатно, пришла, когда она была в декрете по уходу за ребенком. Еще тогда подсолнуха не существовало, но я уже начала проводить мастер-классы. Оно было в библиотеке Милькова у тетушки Савуни. Но именно там, вот в этой библиотеке, я включилась, и я поняла то, что вот это мое, вот организовывать такие творческие вечера. Первая встреча творческого объединения «Подсолнух Скетч» прошла в сентябре 2019 года на базе Центральной районной библиотеки. Каждую субботу, вплоть до начала пандемии коронавируса, любители живописи собирались вместе, чтобы творить прекрасное. За это время прошло свыше 30 занятий. К проекту подключилось более 15 художников, как профессиональных, так и из числа любителей-самоучек из Ленинского городского округа, Подольска, Домодедово и Санкт-Петербурга. Открылся скетч-клуб «Подсолнух» и в Подольске. У нас сейчас два города, это Видно и Подольск. Мы собирались открыть Домодедово, но случилась пандемия. И в марте месяце у меня есть куратор в городе Домодедово. Мы просто не смогли начать в марте месяце. Во время пандемии «Подсолнух» перешел в онлайн-пространство. На протяжении полутора месяцев каждый день любители живописи творили во время прямых эфиров в Инстаграм. И все мне начали писать, а что все, ну как бы у нас занятий не будет. И мне пришлось организовать эти занятия в онлайн-пространстве. И люди даже писали, что вот полтора месяца рисовали без перерыва, дети делали уроки. И люди ждали, когда начнется «Подсолнух». То есть они говорили детям: давайте быстрее делайте уроки, мы сейчас начнем рисовать. Летом, когда только ограничения сняли, мастер-классы «Подсолнуха» переместились на улицу. В Центральном парке Видного прошло уже несколько пленэров, которые собрали любителей живописи от мала до велика. И мы решили совместно «Подсолнух Скетч» организовать мастер-классы по скетчингу. Это рисунок быстрой техники в акварели. Задумка наша была создать ощущение природы и пленэра для рисования, и также рисования с натуры. «Подсолнух Скетч» позиционируется как творческое объединение для взрослых, но здесь очень приветствуется, если на мастер-классы родители приходят вместе со своими детьми. Марина Малова со своим проектом, соискатель губернаторской премии «Мы рядом». В случае победы она надеется, что ее творческое объединение наконец обретет свой дом, куда смогут прийти все творческие люди Подмосковья, любящие живопись. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ.